Ой, все размазанное. Лежу. Давайте перекусим. Лежу, Тихий Дон смотрю, девки. Это вообще кино хорошее, да? Вы смотрите по миру. Все праздники будут. Лежу, ребят, невозможно. Не хочу ничего. Даже в эфир сегодня не выйду. Дайте полежать, отдохнуть. Невозможно. Тут вся разла. Омлет. Соль моя любимая. Запеченная фасоль. Хлеб отрубной. Меня смотрит только жирный, толстый, семимесячный. Я не стучала. На улице, ребят, ветра нету. Сказали, завтра 20 градусов, не знаю. Тихий Дон. И 1 числа очень много будет фильмов по миру. Вот. Три татушки. Угу. Детские. Алиса или как? Алиса чудес. Вот она. Уже этих артистов нету. Вот жирный. Ленке с Благовещенск прислали, ей подарили букет. Здоровый, клубника, вот такая крупная, а внутри голубика, что ли, или черника, голубик, наверное. И еще какие-то бабочки там. Там, наверное, килограмма 5 клубники. И сейчас она это прислала мне. Пошла к ней на страницу. Она там выставила это. Я хотела выставить, потом, да, ну зачем чужое выставлять? И она выставила. Угу. Выставила это. Эту клубнику там. Мать, отец, бабка. Ее этот. Ну, у нее живот большой, девки. Может, двойняшки у нее. Маня. Ее мужик, она, Маня. Там еще сестра вроде двоюродная. На даче. Или в деревне у бабки, не знаю. Хрен его знает. Ну, там много шорстов у нее, шорстов много. А шорстов много. Угу. Ну, живот большой у нее. Я не знаю, когда ей рожать-то. Что-то она не помню уже. Она говорила. А Ольга из Испании одну там ха-ха-ха танцует. Угу. Угу. Ой, детки. Лежу, лежу, так хорошо, то сплю, то смотрю. Вот Тихий Дон идет, гляньте. Этих тоже уже артистов нету давно уже. Ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на Дзен, и вы к этому.
Там полные версии я выложила. Наши пограничники Калуга, Калужская область, вчера, 27-го, загрузили пацанам. Ну, как обычно, фура и газель большая. А там, наверное, это я поняла, волонтеры им помогают. Потом спрошу. На своей странице выложила. Мне кажется, волонтеры это. Ну, молодые. Не знаю, кто это. Там и пограничники, и это начальник там. Славен. Я везде выставила ВК, Одноклассники, Дзен, в Ютуб. Значит, они 27-го загрузили. А что-то синее, что это такое, ребят, посмотрите. Синее, что это они загружали, здоровое. Пацаны, молодцы. Респект вам, пограничники наши. Сообщество Калуга, Калужской области. Командир Славин. Респект. Они много лет помогают. Угу. Огурец забыла почистить. Ладно, свежий огурец. Вот чайники какие раньше были. Чайники, кружки. Железные, алюминиевые. Карты были раньше. Что это режутся карты? А что, карты были раньше? В дурака, наверное, играем. Глянь, кольцо у него. Наверное, забыли снять, когда снимались. Откуда кольцо у него? У поручика. Ладно, потом уберу. Надо было огурец свежий почистить. Сегодня вообще ничего не делал, не хочу. Ба. Этого вообще давно нету артиста. Он только играл в шпионов всегда, бандитов. А здесь он молодой. Вот он, всегда бандитов играл. Это казаки. Здесь молодой он. И вот старый был, играл бандитов уже. В новых фильмах там. Все равно старые фильмы хорошие, да, ребят?
Сколько времени? Сейчас переоденусь и лягу. А что мне делать-то? В карты резаться самой собой. А сколько времени-то? Восемь часов. Тошнит, сиди в черном списке. А меня не тошнит. Да, а мне не тошнит. Да, пацанам собирают они. Да, не завидуй, что наши пограничники Калуга, Калужская область, сообщество, и собирает каждые два месяца машины. Одна фура, другая это. Тебе это все обратно вернется, вот увидишь. А я буду смеяться. Угу. Да. Командир Славин. Да. Их и по телевизору показывают, и что? А ты завидуй сиди. Сидишь в интернете 24/7. Завидуй. Понятно? Завидуй, что я ем фасоль. Покажи себя, Чучундра. Галина. А твои что родственники сделали? Скажи, что? Покажи. Угу. 100% алкаши. Угу. 100%. Одна мама, 10 пап. А я горжусь, что наши пацаны калужские, мой зять там. Я горжусь. Вот так. Что у меня родственники такие. А тебе бесит. О, война идет. Сейчас, наверное, его ранят. А, его ранили. Это казаки бегут. Тихий дом. Конечно, бабы там красивые. Угу. Свинья-то, Ольга, говорит. Ладно, давайте, зайки. Я сегодня отдохну, полежу, ладно?